крыша багажника. Все это нужно варить. Так, закончили варить днище, обработали его, полностью переварена вот эта вот вся часть, и начиная отсюда, вот все, вот это вот все, вот до этого места. Также и с этой стороны вот эта вся часть была восстановлена. Это уже новый металл, вот, также до сюда. Вот здесь все, вот тут вот, вот эти места с той стороны полностью, задний карман. Ну а понятно, впереди пороги, отсюда видно. Впереди пороги местами. Середину порога не трогали, они нормальные все. Вот такая картинка получается.